необыкновенный, производит всегда впечатление дудук. Сделанный как будто специально для того, чтобы плакал, поражал нас своей трогательной, щемящей нежностью и неповторимым тембром. Дудук прозвучит сейчас. На самом деле, многие знаменитые армянские музыканты, а этот инструмент мы знаем, любим в Закавказье. Но особенную славу ему принесли армянские исполнители-музыканты. И вот сейчас, прежде чем прозвучит этот замечательный плач, вот просится стихи Левитанского фрагмент, есть в музыке такая неземная, как бы не здесь рожденная печаль, которую ни скрипка, ни рояль до основания вычерпать не могут, и арфы сладкозвучная струна, или органа трепетные трубы для той печали слишком, что ли, грубой, для той безмерной скорби неземной. В этой музыке, которую мы услышим на армянском напеве «Для Яман», есть и нежность, есть и плач об Армении, на долю которой выпало пережить очень многое. На сцене Вардан Арутюнян.